Меня зовут Кали, мне 15 лет. Я представляю Казахстан, занимаюсь уже рисунками 4 года. Занимаюсь я в художественной школе, приехал сюда с учителем и представляю свою картину, которую назвал «Мой кот». 10 лет назад мы взяли кота из приюта и решили его назвать Хэппи, потому что он дает нам счастье уже сколько лет. Недавно ему исполнилось 10 лет, и в честь этого я решил нарисовать ему эту картину, чтобы всегда помнить его. И недавно решил податься в конкурс Golden Time Talent, где решил предоставить эту прекрасную картину. И хочу выразить благодарность своим родителям, своему учителю и, конечно же, своим бабушке и дедушке, которые поддерживали меня в эти трудные минуты. А также хочу поблагодарить своего кота, который в трудной ситуации всегда ко мне приходил и всегда душевно помогал. Спасибо. Класс!